Привет! В этом видео речь пойдет уже о конкретно профессиональном устройстве для видеомейкеров под названием видеорекордер. Это Ninja Inferno. И этот малыш просто монстр для записи видео вплоть до 4К 60 кадров в секунду. Дело в том, что о подобных устройствах очень мало информации в российском сегменте интернета. Конкретно об этой модели я нашел только одно видео с распаковкой того, что шло внутри. Так что будем считать, что это первый полноценный обзор Atomos Ninja Inferno. О таких устройствах мало кто знает, и еще меньше кто ими пользуется, и очень зря. Это можно понять, это устройство стоит совсем недешево, это не бюджетное решение, и покупка такой штуки абсолютно осмысленное решение должно быть, потому что стоит оно действительно дорого. Так зачем же нужен рекордер? В чем его фишка? Как вы видите, здесь есть монитор. Монитор непростой. Это 10-битный Full HD монитор. То есть информация о тонах, полутонах, цветах передается абсолютно точно. Он очень яркий. 1500 нит. Нит — это единица измерения яркости для подобных устройств. Излучение, да? Мониторов, чтобы вы понимали, средняя яркость монитора компьютера 400-500 нит. 1500, то есть при солнечном свете можно не использовать шторки, будет абсолютно точно все видно. Помимо того, что это просто монитор, здесь есть куча очень убойных функций, о которых я расскажу чуть дальше. Все-таки давайте коснемся основной, самой главной функции видеорекордера — запись видео. И здесь все в порядке, потому что зачем записывать видео на эту штуку? Во-первых, здесь используется SSD накопитель вместо флешки в твоей камере. У меня стоит терабайт, и мне хватает абсолютно за глаза. Как работает твоя камера? Она записывает сигнал с матрицы, запаковывает его своими внутренними кодеками, максимально коверкая, калеча, убирая все ненужное для того, чтобы как можно больше информации поместилось к тебе на флешку. Флешки — это расходный материал, они имеют свойство теряться, ломаться, они дорого стоят и вмещают в себя не так уж много информации. Эта же штука позволяет необработанный сырой сигнал с камеры передавать сюда по HDMI сигналу и запаковывать его своими профессиональными монтажными кодеками, которые не глючат в премьере или в любой другой монтажке, которые весят, конечно же, немало, но и результат того стоит, потому что разница даже между Full HD снятым на камеру и снятым на эту штуку, она есть. Я уже не буду говорить о 4К, которая моя камера Canon EOS R позволяет записывать сюда в 10-битном цвете, что, конечно же, просто пушка. Изначально я брал Canon именно с той мыслью, что когда-нибудь в дальнейшем я докуплю себе рекордер и буду записывать сюда полноценные 4К 10 бит. Давайте взглянем на изнанку этой штуки. А сзади мы видим лампочку, которая говорит о том, что запись идет. Сам SSD диск, причем SSD здесь можно поставить не только комплектный, который продается отдельно и стоит бешеных денег за малый объем, а также на официальном сайте Atomos существует список лицензированных SSD от абсолютно разных производителей. Это VD, это Samsung и многие-многие другие. То есть галочки стоят, все работает. И именно такую штуку из списка я и купил. Практически в 3 раза дешевле, чем стоит официальный атомовский SSD. И память здесь в 2 раза больше, целый терабайт. Также здесь стоят 2 батарейки, которые в комплекте не идут. В комплекте идет только один провод для питания от сети, поэтому батарейки докупаются отдельно. Стоит, опять-таки, не очень дешево, но свою функцию выполняет на ура. Батарейки поддерживают функцию горячей замены, то есть прямо во время записи мы можем вытаскивать одну из них, и запись продолжится. Для подключения здесь предусмотрен лишь один HDMI сигнал на вход и еще один HDMI на выход, что позволяет отправить сигнал отсюда, например, куда-то еще дополнительно на монитор, либо же через устройство видеозахвата в твой компьютер. Мой видеорекордер называется Ninja Inferno, и это предфлагманская модель в линейке данного производителя. Разница между флагманской моделью и данной в том, что здесь нет интерфейса SDI для подключения профессиональных уже кинокамер, будь то Arri Alexa, какая-нибудь Red и так далее, специальным проводом. Здесь только
HDMI, и мне этого более чем достаточно, потому что в моей камере нет SDI, и я не планирую в ближайшее время приобретение такой камеры. Про кодеки. Данная штука пишет в двух монтажных кодеках на выбор, а именно ProRes, либо же Avid DNHR. Эти кодеки весят немало, записываются прямо на SSD, и особенность работы с этой штукой, которая мне очень нравится, в том, что я могу вытащить отсюда SSD, подключить специальным переходником, вот таким в USB, и монтировать прямо с него, ничего скидывать даже не нужно. Помимо того, что здесь классный монитор и эта штука пишет в себя профессиональное видео, существует ряд определенных дополнительных функций, которые существуют как в видеорекордерах, так и просто в накамерных мониторах, в которых нельзя записывать видео. Такие функции, например, как гистограмма, которая позволяет нам управлять экспозицией, то есть видеть самые светлые, самые темные области. Есть RGB гистограмма, которая раскладывает белый сигнал нам на три спектра: красный, зеленый и синий. Мы можем видеть каждый спектр по яркости абсолютно отдельно и еще более точно контролировать экспозицию. Также здесь существует отличный инструмент под названием векторскоп, который показывает нам, в какую сторону оттенка цветового спектра сдвинута наша картинка. То есть в данный момент у меня картинка сдвинута в синий оттенок, поэтому у меня показывается вот такой синий сдвиг. При этом каждое окно можно дополнительно кастомизировать, указывать ему размер, можем регулировать его прозрачность и тем самым еще более точно кастомизируя данное устройство под нас. Помимо гистограмм векторскопов, здесь существует, конечно же, например, фокус-питинг, то есть области в фокусе будут подсвечиваться специальным ореолом. Подобная функция существует практически во всех современных зеркальных, беззеркальных видео и фотокамерах, но там это сделано не совсем удобно, тем более на маленьком экранчике камеры контролировать фокус очень сложно, поэтому на подобном мониторе видеть фокус можно абсолютно и абсолютно точно. Также я могу изменить степень воздействия этого самого фокус-пикинга, сделать его более навязчивым, так сказать, линии более видными, более жирными. Могу изменить цвет этих линий на, например, белый, либо красный, розовый, в зависимости от сцены, где конкретный цвет будет выглядеть более понятно. Могу перевести картинку, например, в ЧБ и видеть зону фокуса еще более точно, потому что зоны фокуса будут подсвечиваться цветом. Либо же я могу сделать вот такую штуку, и зоны фокуса будут показываться вот такими вот цветными контурами. Все остальное абсолютно отключится, не будет цветов, не будет яркости. Будут исключительно вот такие контуры. Здесь есть зебра, которая будет показывать нам зоны, например, пересветов очень ярких областей. У меня, как мы видим, сейчас подсвечен лоб, но это не пересвет, это просто яркая область. Здесь можно отрегулировать степень воздействия этой самой зебры. Также я могу включить False Color, та самая функция, которой, к сожалению, нет по умолчанию в моем Canon, но это абсолютно классная функция. False Color, то есть ненастоящие, неправдивые, лживые цвета, так сказать, то есть изображение раскладывается на отдельные области цветов. Как мы видим, здесь есть определенная шкала. Самая синяя область — это самые абсолютные тени, красный — это пересвеченный белый свет. Нас интересуют зоны между ними, а именно, например, человеческая кожа. Данная функция позволяет буквально за секунду, взглянув на экран, определить, находится ли наше лицо в состоянии переэкспонирования, либо же света не хватает. Как мы видим, сейчас мое лицо находится в серой области, и эта область соответствует где-то 50-60 единицам по шкале экспозиции, и это абсолютно правильная экспозиция для кожи. Присутствуют некоторые желтые оттенки, но это опять-таки зоны наиболее яркие, там где скулы у меня, основание носа, те области, на которые попадает больше света, это допустимо. Как мы видим, особо темных зон у меня недосветов нет, пересветов также нет, кроме, конечно же, неоновой вывески, и поэтому по экспозиции абсолютно все точно. При работе с хромакеем данная функция мне очень помогает, потому что я могу сразу видеть, где у меня зоны недоэкспонированные, где у меня световые пятна, и могу более точно построить световой рисунок, чтобы точно откейт свою картинку. Поэтому я очень рад, что такая функция есть теперь у меня, хотя в камере по умолчанию не было. Что мне очень понравилось, здесь есть имитация нестандартных разрешений экранов, то есть будут появляться такие рамки, которые будут обозначать, например, черные поля в соответствующих разрешениях сторон.
Например, я могу включить просто вот такой крестик, который будет обозначать центр экрана, что также помогает, например, при предметной съемке, когда я показываю что-то в экран, и могу точно понимать, что сейчас объект находится по центру экрана, и на него переключится фокус камеры. Вот такой режим позволяет мне видеть черные поля для соотношения, например, нестандартного 21:9. Такое а-ля кино. При этом материал записывается необработанный, без какого-либо кропа, но при этом в момент съемки я могу все это видеть и контролировать. 2:35, 1:9, также есть более нестандартные, но классические 4:3, и при этом мы видим, да, такое квадратное изображение, очень удобно на площадке. Также дополнительно ко всему я могу включить вот такие рамки, которые будут обозначать какие-то области, за которые мне, возможно, не следует заступать, где будут располагаться титры, типографика и так далее. И последняя функция, которая здесь присутствует, это будет полезно для тех, кто работает с аноморфотной оптикой, а именно позволяет нам как бы растянуть, разложить изображение. И при работе с подобной оптикой, когда у нас изображение само по себе сплющивается и растягивается, мы можем компенсировать это искажение и на экране рекордера видеть уже нормальную картинку. Что может быть очень полезно для тех, кто работает с мануальной оптикой, либо испытывая трудности с попаданием в фокус, это вот такая функция приближения. Я сейчас снимаю Full HD, поэтому функция 1:1 мне недоступна, она доступна при съемке в 4К. Поэтому 2:1 увеличивает изображение в 2 раза, и вот таким образом навести, допустим, фокус наиболее точно себе на лицо и, используя фокус пикинг, тот же самый, еще более точно навести фокус, чтобы уже конкретно никаких промахов не могло было быть. В следующей вкладке зеленого цвета мы можем, например, по ходу съемки расставить маркеры на наши видео. Например, широкий угол, плохой звук, талант. Есть такой маркер. Когда мы будем импортировать это видео в монтажку, у нас на таймлайне будут маркеры соответствующие стоять. Видимо, каких-то цветов. Я сам эту функцию не пробовал, но это приятно, что она есть. И последняя вкладка, которая отвечает уже за режим работы монитора. Как мы понимаем, это монитор непростой, он 10-битный, но он еще и работает в режиме Atom HDR. Если я сейчас его включу, при этом я не снимаю HDR видео, но я включил этот режим, мы видим, что динамический диапазон увеличился, а у меня появился какой-то переэкспоз нездоровый. При этом здесь есть дополнительные настройки под какие-то отдельные камеры, например, под камеры Canon с его C-логом, под камеры Arri и так далее, под камеры Red. Поэтому возможностей просто миллион. Помимо всех функций, о которых я уже сказал выше, здесь есть немаловажная классная плюшка, которая позволяет нам использовать наши любимые луты. Да? Те самые таблицы Lookup Tables, которые позволяют нам изменять информацию о тенях, цветах. Лут загружается в формате Cube прямо в корневую папку SSD диска. И вот здесь в меню его можно найти. У меня есть один лут, который я иногда использую при монтаже. А он немного добавляет синевы, глубины в кадр. Когда я нажимаю на лут, картинка немного меняется, и она будет примерно в том виде, в котором будет у меня на монтаже в итоге. При этом материал, который сюда записывается, записывается в исходном виде, не покрашенный. При этом здесь 8 слотов под разные луты. Это немного, но и немало. Есть дополнительные режимы, которые позволяют, например, разделить экран на две части, на две половины, и левая половина будет обрабатываться лутом, правая, например, нет. Видеорекордер позволяет записывать в себя звук, то есть здесь есть разъем мини-XLR, который можно воткнуть либо микрофон конденсаторный с фантомным питанием, либо динамический микрофон, и записывать сюда профессиональный звук без каких-либо дополнительных устройств. При этом есть вот такой небольшой микшер, в котором мы можем выводить звук через 3,5-миллиметровый джек на наушники и слушать исходящий сигнал. Можем включать, выключать, контролировать его. Во вкладке меню у нас есть информация о самом устройстве, о его прошивке. У меня последняя официальная прошивка. Есть настройки тайм-кода, даты времени, настройки самого экрана. Мы можем, например, перевернуть экран, если используем его вверх ногами в определенных ситуациях, тоже может быть удобно. А также информация о названии файлов, которые записываются на SSD. Тут уже заложена изначально логика по наименованию файлов. Мы его особо поменять никак не можем. То есть какое-то слово из 6 букв, затем номер сцены, номер шота. Поэтому
мы ограничены именно редактированием 6 букв. Я написал «Панк», «Ек», «Панковский», «Егор», да, изначально была какая-то бильберда. Не думайте, что покупка такой штуки прокачает качество ваших видео, что результат изменится просто кардинально, то есть до и после вы прям не узнаете свою картинку. Нет, по сути своей она останется абсолютно такой же. Человек непредвзятый, не разбирающийся, абсолютно вообще не увидит никакой разницы. Разница есть, картинка чуть более четкая, содержит в себе чуть более информации о светах, тенях, даже обычный Full HD он немного, но лучше. Не буду говорить о 4К, тут все понятно, 10 бит моя камера изначально на карту не поддерживает, и возможность записывать существует только вот на такое внешнее устройство. При этом я купил его не новый в магазине с нуля, я купил его через старые руки, опять-таки в сети барахолок, о которых я рассказывал в Японии. Вообще японцы очень стараются даже над товарами, которые продают через старые руки, поэтому тут никаких проблем с внешним видом, никаких царапин, все абсолютно в идеале, комплект полный, гарантия в комплекте идет. Поэтому, если тебе было интересно или полезно, либо просто понравилась картинка, либо я, да, всех, надеюсь, зацепил, то поставь лайк этому видео, напиши мне любой комментарий, абсолютно любой. Это повышает активность и больше подписчиков приходит на канал. Подпишись, если еще не подписан, потому что иначе что ты тут делаешь? Тут классные видео, подпишись, потому что потом будешь жалеть. Поставь колокольчик, чтобы не пропускать новинки и анонсы стримов, и, собственно, начало стримов, потому что стримы сейчас выходят и будут выходить. На этом я с вами не прощаюсь. До следующего видео. Пока.